Всем привет! И новый ивент NFL Tycoon. Речь идет об американском футболе. И в этом ивенте нас ждет как минимум 4 бесплатных вещи. Вот они у вас на экране. И для начала я хочу вам рассказать о самом Тайкуне. Как получить эти бесплатные вещи, будут отдельные видео. А сейчас мы будем проходить обучение, чтобы вам было проще разобраться. Итак, нажимаем play. И нас встречает вот такой вот дядька, который будет нам помогать проходить обучение. Так, у меня сразу тут началась какая-то игра. Моя команда против команды Atlanta Falcons. Но от меня тут ничего не зависит, пускай играют. Итак, в NFL Tycoon вы можете строить собственный стадион, собственную команду и даже целую династию. Давайте начнем с вашего первого стадиона. Итак, выбираем стадион. Мне вот этот вам нравится, бесплатный. Так, отличный выбор. Начинаем строить стадион. И для начала надо включить Edit Mode. Включаем его, и теперь мы можем строить стадион. Итак, мы видим, появилась зеленая такая штука, нам надо на нее нажать и начать строить. Итак, вот здесь стоимость, нажимаем. Все, стадион готов. Теперь нам дают небольшую награду за то, что мы зашли в первый раз в этот тайкун. Первый день нам дают награду. Ну и так дальше. Каждый день будут, видимо, давать немного денег. 2000 нам дали, но это очень мало. Итак, теперь нам надо через телепорт отправиться. Куда нам надо отправиться? Здесь мы можем отправиться на поле этого стадиона. Можем входу этого стадиона отправиться, и здесь же мы можем купить некоторые помещения, которые внутри стадиона. Итак, для начала нам надо купить первый этаж. Мы его купили и отправляемся туда. Теперь мы снова заходим в Edit Mode, и здесь нам предлагают построить всякие лавочки с закусками, со снеками, с кофе и так далее. Выбираем для начала. Вот у нас тут есть попкорн. Итак, где тут у него вперед, где зад, непонятно. Ну, давайте мы его где-нибудь вот здесь вот поставим. Вот здесь прямо поставим, пускай стоит. Так, готово. Так, и эта штука нам будет теперь приносить денег. Также можно эту штуку улучшить. Нажимаем на нее. Нажимаем вот здесь вот, апгрейд. И вот она стала теперь вот такая вот крутая. Так, и мы в любой момент можем ее передвинуть, продать, ну или еще улучшить, если есть возможность. Так. Давайте мы ее передвинем немного, куда-нибудь поставим к стеночке. Так, выбираем Move, двигаем ее вот сюда вот. Давайте ее повернем. Так, с какой стороны это надо повернуть? Вот так вот надо повернуть, и давайте еще пододвинем. Так, вот, пускай здесь стоит. Готово. Так, ну ладно, остальное ничего не будем пока покупать. Вдруг нам денег еще понадобится, а денег пока не так много. Так, нам сказали, что надо куда-то на улицу телепортироваться. Отлично. Угу. Теперь нам надо встретиться с нашей командой. Нажимаем на My Team. Так, телепорт убираем. Ага, кнопка «Моя команда». Заходим. Угу. Итак, вот состав нашей команды. Что здесь можно делать? Здесь можно выбирать игроков, какие там получше, какие похуже. Также здесь можно перейти вот сюда в карточки, и здесь можно открывать карточки и получать новых игроков. Итак, давайте откроем какую-нибудь карточку, посмотрим, так, крутой у нас игрок или нет. Ну, какой-то это, видимо, какой-то средненький. Так, давайте еще откроем. 74, ну тоже, видимо, средненький какой-то. Здесь внизу, кстати, можно посмотреть. Вот, редкий там 86. А, даже вот, смотрите, какой бывает крутой. 93 у него. И шанс на его выпадение там 1,6%. Так, ну давайте откроем еще пару карточек. У меня осталось, сейчас мы посмотрим, кто нам выпадет. Так, ну 75, это уже неплохо.
лучше, чем 74. И давайте откроем последнюю. Что нам тут попадется? О, 77, еще лучше. Так, ладно, отлично. Все, карточек у меня не осталось. Теперь я не заметил, кто там где попался. А, ну вот здесь 77, вот мы его можем выбрать. Он теперь будет у нас, я так понимаю, в составе. Так, и также здесь можно продавать игроков, которые вам не нужны. Ну, например, повторные. Вот смотрите, у меня тут два одинаковых. Вот можно одного продать, например. Все, теперь его нету. Кроме этого, можно трейдиться с другими игроками на сервере. Вот, ну, я пока не буду, я еще в этом не разобрался. Ну и, в общем-то, все. Обучение мы прошли. Так, теперь давайте еще вам что-то покажу. А, ну, нам еще говорят, что там начинаются игры. У меня, на самом деле, игра уже идет, и вон моя команда 7-0 пока выигрывает, потому что все клево. Так, и нам говорят, что надо постоянно увеличивать, улучшать свой состав. Брать игроков с высоким рейтингом, чтобы выигрывать. Ух ты, уже 7-7 стало, ну, клевая игра. Я про американский футбол вообще ничего не знаю, как они там играют и за что там дают очки. Ну, в общем, похоже, там все весело и прикольно. Ага, каждый раз, когда ваша команда выигрывает, вы получаете деньги, и кроме этого вы получаете карточки, которые можно открывать. И это хорошо. Так что чем сильнее команда, чем чаще выигрывает, тем у вас больше карточек и шансов, что будет еще лучше команда. В общем, надо ее улучшать постоянно. Итак, давайте отправимся в телепорт и давайте еще вот закажем вот эту вот... это зона билетов тут написано. И смотрите, здесь если мы заходим в Edit Mod, это как в настоящем тайкуне, вам просто надо что-то выбирать, что вы будете апгрейдить. Ну или покупать. Зеленым подсвечено то, на что у вас хватает денег. Итак, у меня пока хватает вот на какие-то стульчики 10 тысяч. Окей, берем, давайте здесь тоже стульчики. Готово. Так, хватает еще вот на эти двери. Эй, а, надо, наверное, вот на это нажать, нет? Почему они не нажимаются? А, я понял, это я близко подхожу и куда-то пытаюсь зайти. Почему я не могу их улучшить, я чего-то не понимаю. А, вот тут еще что-то. Так, 200 тысяч, клево. Что я заказал? Какую-то лампочку за 200 тысяч? Серьезно? Ну, да ладно. Так. Ну, а, вот куда надо было нажать-то сверху. Понятно. Все. Готово. И вот здесь тоже. Все, отлично. Денег у меня осталось всего 20 тысяч. Ладно, закончим мы с этим вот обучением. Ну, давайте еще раз сходим в команду. Откроем карточку, которая у меня появилась. Итак, что нам попадется? Ну, тоже неплохой игрок, но, по-моему, он у меня уже есть. Ну, может быть, с кем-нибудь потом обменяюсь. Ну да, вот они, у меня два таких. Ладно. Тоже неплохо. Также через телепорт можно отправиться в центральный город. Также здесь есть какой-то режим Destruction House. Ну, это что-то там про разрушение дома. Можно отправиться на поле. Посмотреть, какое у нас поле тут на стадионе. Итак, можно еще отправиться. Ну, вот это к входу стадиона, это я говорил. Ну, давайте еще отправимся в разрушение дома и посмотрим, что это там такое. Итак, тут стрелочка нам указывает, куда нам надо идти. Destruction House. Отправляемся. Сейчас будем заниматься уничтожением дома. Можно соло играть, можно играть целой бандой. Ну, давайте попробуем. А, тут кого-то надо звать, да? Короче, ладно, старт. Вот такой клевый домик. И сейчас мы будем тут все крушить и ломать. We'll be right back.
Да, ребят, видимо, режим еще немного сыроват, у меня пропало все меню. Ну, в общем, после вот этого вот Destruction House вам дают сколько-то там денег, какие-то там награды дают. В общем, прикольно. Вот здесь счет есть, кто тут самый лучший разрушитель и так далее. Так, ну, на этом все. Немного про режим я вам показал, рассказал. Как получить бесплатные вещи, смотрите в следующем видео.